давай обсудим все-таки, как менять ситуацию в Беларуси, потому что наш лучший друг продолжает делать какие-то такие дикие заявления. Одновременно, значит, я имею в виду Лукашенко, одновременно выглядит так, что они действительно, ну, там, провокации, мы будем предупреждать и так далее. Но в целом я бы сказал, что ситуация, ну, так напряженно выглядит на границе. Напряженно, но он вынужден, надо понимать, что он вынужден маневрировать. Он не может позволить себе там не делать резких заявлений, которые нравятся в Кремле и нравятся российскому народу, как бы поддерживающему Путина, ту часть, которую его поддерживает. И за, вот, чем громче заявление, тем меньше действия. Это принцип Лукашенко. Здесь может быть, можно быть относительно спокойно. Другое дело, что начали прибывать эшелоны. Они сегодня заявили, что создадут группировку из 170 танков, перекинут, из 100 орудий и минометов разного калибра. Тебя ничего не смущило, смутило в этом соотношении? 170 танков и 170 орудий? Обычно наоборот, да еще кратно наоборот. Потому что основа советской модели российской – это артиллерийское превосходство. И на группировку 100 танков, ну, на орудии 300, наверное, 250 где-то должно быть такую группировочку. Я тебя умоляю, там может быть это все туфта. Вообще ничего нет. Пошел налет. Да, так вот этот сам. Ну вот если даже так оно будет, то вопрос, а что это они нарушили соотношение? Наверное, не танков, а боевых бронированных машин и танков. Так, скорее всего. Ну ладно, не суть в этом. Суть в том, что они создают эту группировку. Я говорил и снова повторю, что на при определенных условиях, ни сегодня, ни завтра, ни через 2-3 недели, ни скоро, они будут создавать эту группировку, и она будет угрожать Киеву. А при определенных условиях они могут бросить ее в бой. Она не будет подготовлена, она не решит задачи по захвату столицы. Мы ее уничтожим, но проблема она нам составит. Поэтому это тоже не сценарий. Ну, ты считаешь, они все-таки дернутся, они все-таки что-то пошлют? Ну, 50 на 50. Либо дернутся, либо нет. Мы же посмотрим, не знаю. Если бы я был Путиным, я бы дернулся, потому что это в его духе, в его логике. Посмотрим. Ну да, а какой смысл передислоцировать туда, если ты ничего не пытаешься? Пока они накопятся, это ж хороший конец ноября, скорее всего. Ну, там вот середина ноября. И готовы, там начало декабря. То есть прям в зиму пойдут? Ну, как говорится. Они на Новый год в Грозный въезжали. Да, ему важно, чтобы вот оно они поперли, да, и было хорошо. То есть трупов будет больше. Явно. Да.